Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 апреля, и вот перед тем, как закрывать свои томаты, я пришла, я решила поговорить о колышках, потому что уже количество вопросов поступает с каждым днем все больше и больше. И какая длина, и зачем, и как вы будете втыкать вот с греющим грунтом. Ну, видите, томаты разрастаются, становится все взрослее. И я уже начала вставлять коли. Я сначала побаивалась, потом подумала. Если у нас закопан этот обогрев грунта на 40 сантиметров, а колышек всего 1,5 метра, это чтобы повредить греющий элемент, мне нужно треть колышка вонзить в землю. Мне никогда, во-первых, это не по силам, во-вторых, так глубоко не надо. И правильно говорят, что не бойтесь, втыкайте, как обычно, ничего не будет. И действительно, мне одна зрительница посоветовала, вы, говорит, смерьте, ну, вот эту грязную часть, насколько вы втыкаете, и вы поймете, пораните вы или нет. Да, конечно, нет. Вот всего 20 сантиметров. А кабель уложен 35-40 сантиметров в глубину. Так что можно мне колышки смело втыкать. Это один вопрос. Второй вопрос. Длина колышков. Много спрашивают людей. Длина колышков. Я думала 1,20 м, пошла специально, вот взяла сантиметр, видите, валяется сейчас. Смерила, чтобы не быть голословной, чтобы не наврать никому. 1,50 м. Короче, колышки 1,5-метровые. Ответ на вопрос, где беру, я покупаю их в магазине. У нас есть магазин «Стройкомплект» по улице Иркутской, но это в городе Бийске. В других городах есть, наверное, тоже другие строительные магазины, где всякие продаются бруски, штакет. Вот такие вот палочки у нас одинаковые почти, вот написано палка помидорная и как-то палка штакетная, что ли. Ну, короче, вот из таких же есть, делают штакетник какой-то такой. Там она чуть-чуть немножко, это, как сказать, у этой равные вот эти вот стороны. Короче, она квадратом, а та немножко удлиненная, ну, продолговатая, прямоугольная форма, вот так. Не могла сообразить, как обозвать ее. Она тоже подходит. Они 25 штук в упаковке, прям вязанки. И если кто-то говорит, что деревянные колышки, спрашивают, опять же, дезинфицирую я или нет, потому что они могут там перенести заразу. Я никогда их не дезинфицирую. И я просто тот угол, тот край, который был в земле в прошлом году, никогда на следующий год в землю не пихаю. Я заталкиваю, втыкаю другим чистым краем. Для этого, ну как, это еще и есть еще одна причина для этого. Все знают, что дерево, оно гниет в земле. И для того, чтобы рационально использовать, подольше лет пользоваться этими колышками, я чередую. Один год так, другой год другой стороной. Конечно, это не очень красиво. Вот я сейчас вставила, видите, они грязные, в земле верхушки. Но я не на выставке достижений народного хозяйства. Мне главное, чтобы мне было хорошо, и чтобы им было хорошо, и томатам, и колышкам. И вот, чтобы колышек быстро не сгнивал, эта часть у нас будет все лето просушиваться, дезинфицироваться. Она уже на солнышке давно все там выжглась. Никакой заразы, поверьте, у меня ни разу от колышка никто ничто не заразилось. Дальше. Так, втыкать, что втыкала, так сказала. Какие еще-то были вопросы про колышки? А, и еще про установку. Когда их устанавливать лучше, или сразу, когда высадишь, или потом? Тут, знаете, тут зависит от того, куда мы высаживаем. Конечно, наилучший, благоприятный вариант – это вот когда в открытом грунте мы высаживаем, поливаем, и прям мокрую землю, которая еще, можно сказать, как масло, он входит, этот колышек, как нож в масло, так воткнешь, все. Потом этот грунт немножко подсыхает, он схватывает кол, и он стоит там намертво. Но вот здесь, в теплице, для раннего урожая у меня ситуация совсем другая. Так как они у меня тут под дугами были, у меня сразу после высадки не получилось воткнуть колышки, потому что если бы я воткнула колышки, было бы мне затруднительно их укрывать. Я вот сейчас воткнула в крайний ряд по великой нужде,
потому что они разрослись, потому что они расцвели. Я побоялась, что они искорявятся, упадут. Ну, короче, воткнула только тем, которые очень длинные. И опять же, перед тем, как воткнуть, я полила лунку водой, чтобы она была, ну как, земля эластичная, чтобы впустила в себя кол. Мне вот уже одна зрительница говорит, ну что, вы же всегда говорили, что после высадки в мягкую землю, вы понимаете, что разные бывают ситуации. Вот здесь мне кол с самого начала, он был совсем ни к чему, ни к месту, он бы мне помешал. Я подождала и через полмесяца только их воткнула. Вообще, конечно, лучше, если открытый грунт, сразу воткнуть. Некоторые писали мне в прошлом году, как вы втыкаете кол, мы не можем воткнуть, он же не острый. Ясно, что в сухую землю, если без предварительного полива, вы никогда на нужную глубину кол не вонзите. Еще раз говорю, поливаете, втыкаете и тогда привязываете. Почему использую коли? Я не буду даже распространяться, потому что я уже это 100 раз говорила, что вот у нас, например, вот по нашей улице, в нашем городе, у нас мало вот выращивания на шпалерах, потому что для того, чтобы, например, в огороде на шпалерах выращивать, это надо там протягивать какие-то эти провода, куда крепить эти нитки. Коли в коловой культуре проще. Раз, навтыкал и все. Обычно у нас в открытом грунте выше этих кольев помидоры и не вырастают. Выше там уже мороз будет. Пока она выросла, первая кисть, вторая, третья, четвертая, пятая, и там уже заморозок, все. Обычно мы здесь и прищипываем. Так что шпалера для меня это сложно. С кольями я могу сама справиться, как для любого индивидуала. Коля подходит больше, чем вот эта шпалера. И это во-первых. Во-вторых, когда меняешь место, то туда, то сюда, вот кто меняет, тому шпалеры вообще неудобно. Их перетаскивать, ну как надо менять одно место расположения. Короче, мне нравится коля еще просто потому, что я с детства видела, что все так выращивают, и мои родители, и наши соседи, и до сих пор. Пройдите по нашей улице, вы увидите у всех колья, ни у кого нет шпалер. Мне кажется, это распространено так по регионам. Вот где-то какой-то населенный пункт в коловой культуре выращивают. Например, переедешь там в центральную часть, ближе к Москве, там почему-то все на шпалерах, но им больше нравится. Не знаю, я в прошлом году делала на шпалерах, я как муха в паутине запутываюсь в ней. Но я привыкла к колям, все. Вот это коротко о колышках, не буду распространяться. Самое главное, я сказала, длину так втыкаю, что уже попробовала с этим с отоплением воткнуть. Не достает он до отопления, что заразы нет, но что менять нужно края туда-сюда. И многие говорят, что они недолговечные. Я пользуюсь по много лет одним и тем же колышком. Единственное, что они делаются, конечно, из отходов производства. Никогда деловую древесину никто не будет на коле распускать. И у них бывает много вот таких вот, ну, сучков сучковатых. И их, когда втыкаешь, нужно быть осторожно. Они могут разломиться. Вот видите, вот такие там, где сучки. Если сильно пересаживаешься, я очень часто ломала. Вот если сломается, да, приходится немножко восстанавливать. Но вообще все хорошо. Колем вот привязала. Помидорки уже красивые. И я заметила, чем красивее помидоры, тем страшнее руки у хозяйки. О, ужас! Ладно, до свидания! Я сегодня наработалась, такая приятная усталость и такая мечта. Скорее бы завалиться в кровать и завтра скорее встать и снова начать. Коля привязывать. Сейчас еще покажу, как я привязываю.